В Петербурге в соцсетях развернулась кампания. Ищут знаменитого математика Григория Перельмана. Кто-то увидел ученого, идущего в мороз по улице в галошах на босу ногу, и забеспокоился. Перельман – тот самый человек, что решил одну из задач тысячелетия, доказал теорему Пуанкаре и отказался от премии в $1 000 000. Живет затворником и не общается даже с соседями. Однако те, кто знает гения лучше, говорят, что он не нуждается ни в чьей помощи. Вот что нам рассказал режиссер Андрей Григорьев, снимавший о математике фильм. Он лично общался с ученым. По словам Григорьева, у Перельмана нет проблем со здоровьем. Это было во время нашей прогулки. Он как бы, ну, мы шли, час, наверное, гуляли, общались там о фильме. Я посвящал его в детали о том, что о нем скоро должен состояться художественный проект, который мы затеяли там год назад. В общем-то, вот он все внимательно слушал. В определенный момент он повернулся ко мне. Сказал, говорит, это все очень здорово и все это интересно. А скажите, а вы бегаете? Я говорю, ну да, бегаю. Говорит, а побежали? Я говорю, побежали. Мы так бежали еще минут 20-30 просто вот по этим улицам. Это действительно уникально. Когда я бежал, так как я все-таки режиссер-документалист еще, в первую очередь, наверное, я достал из рук камеру, я не мог это не снять. Это человек, который входит в 8 умов мира, просто занимает строчку гениев ныне живущих. Конечно, я не мог этого не сделать. У него сердце, как поршни просто BMW работают. Прям вот очень ровно, четко. Человек держит темп, занимается.